петушки, петушки, золотые гребешки. Скопировал я сейчас Мишаню Драйвера 152. Потом он сказал, проходим мы петушки. Вот так вот я помню некоторые видео. Просто наизусть. Да, в общем, мы, конечно, подустали. В общем, все, конечно, ну, надо нам на встречу с одноклассниками попасть. А писк будет вообще в том, что приедем, а встречи нет никакой. Ха-ха-ха. Ну ладно. Темнеет. Ты не понимаешь, зачем надо было отменять переход на летнее время, а? Объясните мне. Это же самое лучшее, что случалось. Одно из лучших. Переход, вот именно переводишь часы, стрелки, все переводишь. У тебя сначала, у тебя либо появляется новый час, либо убавляется час. Это замечательно. Особенно, когда появляется бах, у тебя в следующий день лишний час есть. Ой, хорошо. Церковь мы снимали, солнышко светило. Да, все уныло, друзья. Пока все уныло.